Увидел я, как полицейский останавливает все машины и что-то у них спрашивает. И почему-то одних он пропускает, а других арестовывает. Мне стало очень интересно, что же там происходит. И тут как раз до меня дошла очередь. Так, ты играешь на Барвихе РП? Да, конечно, играю. Молодец. Тогда возьми 500 тысяч и езжай дальше. А тех, кто не играет на Барвихе РП, мы арестовываем. Да, спасибо, я поехал.